За первые 5 месяцев текущего года внешний торговый оборот Орловской области вырос более чем на четверть, а экспорт товаров увеличился почти на 13%. Говорили об этом на заседании экспертного совета при губернаторе Орловской области. Он прошел в режиме видеоконференции. Глава региона призвал, несмотря на пандемию, увеличивать объемы и число региональных предприятий-экспортеров. Я думаю, что нет смысла ждать снятия всех коронавирусных ограничений. Нужно уже сейчас заниматься продвижением орловских товаров на зарубежные рынки, осваивать новые направления экспорта, активнее использовать демонстрационные павильоны российского экспортного центра в Вьетнаме, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте для презентации продукции региональных предприятий.